А немцы приехали, послали мужиков картошку с ямы выкапывать. Ее мы хранили за деревней в яму. А немцы вроде как картошку полили чем-то, вроде как карасилом. И Васятка, мой братяшка, братишка, попробовал есть картошку и захворел. Но тогда он не помер, а умер он только позже, в январе. А, Господи! А потом они в деревню вернулись, такое началось. Зорьку стали со двора выволакивать. А маманя такая была сильная и небоязливая. Схватила вилла на старосту, на дядю Никодима. Вот сука был. А маманю забрали в район. Но скоро отпустили. Потом дали ей тумаков, таких резиновых палок. Домой вернулась она совсем черная. А продовольствие они все вывезли в Корноухово. Они это делали для того, чтобы народ из деревни выгнать и чтобы партизан извести. А как дальше нам жить, ему все равно было как. Вот и сейчас, как и начнут сны иногда сниться. И братишка, и сестренка, и подруга. Страшно, тяжело все вспомнить.
Вот сволочь. Шахматки их махоньки в коробочке. Не подавится. Офицер молоденький. Вон ты на Ямлисе, ведь к тебе в самый раз. Тихо ты, всех перебей. Все, сволочь. Приготовиться. Ну, что смотришь? Че глазки вылупил? Огонь! Ну, с Богом! Честная. Да это ж моя Роска! Роска! Роза, Роза! Роза! Да куда ж ты, Роза? Роза! Роза! Кажется, ты живешь одна в пустой деревне. Так и живу, пока не околею. Мужик твой где? На фронте? Драпает. Небось, уже до Волги добежал. Ему сейчас не легче, товарищ женщина. Господи, поговорить, что ли, не с кем? Шли бы вы отсюда, жалостливые. Завтра каратели придут, тоже жалеть будут. Да пропадите вы все пропадом. Да я пойду докажу на вас, что вы тут шастаете. Мне за вас паёк дадут, керосин дадут, муку дадут, с голоду не подохну. Что ты вылупился, черт? Черт хромоногий! Иди отсюда, я тебя в избу не звала. Thank you.
Ананыхо! Автомат ложи. Автомат в окно! Не балуй. Я тебя так и здесь кончу. Узнаешь, как наша земля лежит. Холодно! Вставай. Ну, вставай же. Держи. На. Пошли. Эй, ты! Слышь, ты там у начальства не говоришь, что винтовку мне отнял, а? Эй, ты! Ну как тебе, а? Женись, говори, перетерпись, дров побольше кали, и женись. Керосинку рванули. Коровы обалдели от взрыва и в рассыпную. Не угонишься, ребята еле ноги таскают. Авдеевы, Куликов Иван, Скворуков Петька. Ой, беда, беда. Коров жалко, удобли. Тю, гляди, наш Митька фрица изловил. Вот. Сам сдался. Сам автомат отдал. Бывший младший сержант Красной Армии. Лазарев Александр Иванович. Парнишка не все забрал. Вставаться шел. А пистолетчик на всякий случай припрятал. Трогай. Пошел. Пулеметы у них. Чего ты вел его? Шлепнул бы в лесу. Чего вел? А он думает, Лококов ему медаль на раз повесит. Что смотришь, ты смотри. Тебя ждет судовая кара. Тебе лично в присутствии мира. Соблюдай дисциплину!
Будь здорова, товарищ женщина. Даст Бог, свидимся. Человек Божий, обшит кожей, рассказывай свой небылиц. Только не ври, а то мне что-то от вранья голова болит. Табачку не дадите? Свою в лесу потерял. Не дам. У нас, сынок, табачку на своих не хватает. Значит, вопрос, кто ж такой? Я сказал, младший сержант. Бывший. Еще вопрос. Значит, немцам продался. Продался, прислуживал. Так. Чего в лесу делал? Партизан искал. Зачем? Чтобы сдаться. А чего, у немцев проштрафился? Я давно хотел к вам уйти. Ишь ты. Ты, значит, идейный перебежчик-то. Сперва туда, потом обратно. Не ту дорожку парень выбрал. Обсчитался. Я ее не выбирал. Она меня сама нашла. Азиат, прости, Господи. Воет и воет. Будет душ томить. Может, кто пешочком пройдется, а? Зеленок совсем притомился. Сиди, сиди с твоими ногами. Ладно. Так, еще вопрос. Как же ты в плен попал? Долгая история. А мы не торопимся. Рассказывай. Мы из окружения выходили в августе. 10 суток шли. Ну, попалась нам деревня, мы и пошли. С голодухи уже ничего не соображали. А потом немцы понаехали. А вас у печки разморило, уснули, сонных и взяли. Так и было. Откуда знаете? Бывает, сынок. Рассказывали. Ай! Ваше право не верить. Наше право судить тебя от имени народа, который ты предал. Весной веду. Я артиллерист, мне из пушек стрелять надо, а не из берданок. Не богат? Нет. Переживаешь? Понятно. Меня тоже завтра шлепнуть обещали. А за что меня? Мне лет-то всего 18. Я еще жизни не видел.
живо! Дай водки! Вся партизанская! Мне перед смертью водка полагается! Давай, гад! Чего орешь? Я тебе так дам, до утра не очухаешься, понял? В соседнюю деревню здесь рядом. И там, значит, три комсомольца стоят. И мне говорят, стреляй. А я говорю, ну не могу я. Ну не буду. Они говорят, стреляй, или ты сам туда же встанешь. Ну что мне было делать? Ну что, к стенке вставать? Ну я что ли немцев сюда допустил? А они меня завтра шлепнут. А вот их бы вот так заставили. Ой, тошно. И ты все молчишь. Ну, давай. Поговори. Ну, как тебя взяли? Сам пришел. Ну, ты малохольный. А они тебя завтра на осину. Роскошные валенки видел. Не смог подстрелить, а валенки блеск. Это обойдется. Я все думаю, Игорь Леонидович, как нам на станцию забраться? Ну, просто голова трещит. До войны у меня знакомая врачиха была, царь-баба. Змеиного яду запросто достать могла. Я с ней на стадионе познакомился. Баски тогда играли. Ох, как играли. Во что играли-то? Футбол. А ты футбол-то когда-нибудь видел? Конечно, видел. Ребятишки-то в деревне играли. Эх, лапать-то лапать. Футбол это, Иван, такое. Про это стихи писать можно. Содержательная, стал быть, игра. Содержательная. Это искусство целое, это... Ты вот мне скажи, а где жена твоя была, когда ты футбол с докторшей глядел? Дома. Она футбол не любит. Она и сына все отговаривала. А сын мой классно играл. Сейчас бы уж мастером был. Я их подлюк в плен брать не могу. Я как вспомню, аж сердце немеет. Я им глотки зубами. Я их мертвую убивать буду. Ты успокойся. Злость это, конечно, хорошо. Покуда она мозгов не зревает. Так-таки тебе-то
И жить трудно, и воевать-то хреново. Спи, сны, сны. Слышь, а кто тогда выиграл? А? Наши выиграли. И то хорошо. Чего? Слушай. Сидит Гитлер в кладовке, плачет. Васек! А, Васек? Время сколько? Васёк! Wischen Sie uns nicht, hinten ist Sumpf. Vierte Kette! Dafür! Feuer! Поживем, земляк. Выходи. Куда? Выходи, поганцы! Живо!
Бегом! Бегом! Бегом, вам говорят! Ты в расход. Чего уши развесил? Погодь. Че это сразу в расход? Я еще не разобрался. Некогда с ним конетелиться, Иван. Туман такой сбежит, не заметит. Сбежит. Он что, тебе честное слово дал? Че сразу честное слово дал? Че это? Не надо ему бежать. Пришел, так уж останется. Что он тебе, дурной, что ли? Я еще не разобрался. Он у меня винтовку отнял, а потом отдал. Как отнял? Ну, когда я в лесу встретил, он мог ведь убить. Ну и что? И что с того? На кой ты ему такое добро нужен? Хорош боец, у которого винтовку отнимают. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Ой. Глаз с него не спускай, не то голову оторву. Есть. Макаренко. Да иди ты знаешь. Пошли. Иди, иди, ха. Я уже говорил вам, гражданин старший лейтенант. Если бы я в расстрелах участвовал или подобное, что-нибудь я бы ко мне пришел. Автомат дайте мне, гражданин старший лейтенант. Гражданин старший лейтенант, я воевать хочу. Тебе Родина один раз автомат уж дала. Ты его бросил. Не я один бросил. О чем мне все? Об тебе речь-то. Еще вопрос. Скажи ты мне, голуба, бывший сержант, что ты раньше с Корновуха не подался? Че ждал? Вы там были? Где я был, там меня нету. А где нет, там побывал. Слыхал такую присказку? Слыхал. У нас двое ушли, поймали, били до смерти потом. Да что ты мне, все и богу, тон! На сознательность давит он! На сочувствие бьет. Давай бросим эту лирику. Бросим. На станции, на вышках. Ваши ребята, немцы. Когда как? Вообще внутри наши, а на КП угловой немцы. Ну а что, никак, кроме как через КП, к эшелонам не пройти? Не знаю, нет, наверное. Туда продовольствие со всей округи свозят. Что? Ну, это и объясняет нам. Слушай, а вот ты к эшелонам мог бы пройти? Мог бы. Почему? Чем ты такой особенный? Ну, меня многие в лицо знают. Да? Слушай, а как же все-таки это? С Корновуха-то смылся? Отпуск мне дали на 7 дней.
Я билет взял до Пскова, потом спрыгнул. Да? Ну, то так скажем, Лазарев. Если вот завтра у Корнауха придешь, и все у тебя тихо, спокойно будет. Не, я туда не вернусь. Это почему? Предателем жить не смогу. Стреляйте лучше. Что ж ты раньше-то мог? А? Сломался, жить хотелось. Имеет человек право один раз сначала начать, если с первого раза жизнь осечку дала. Лазарев. Я до войны участковым работал. Махаевки, вот тут вот недалеко. 7 деревень. Этих разговоров, знаешь, сколько слышал? Разных. Чё человек кается, чтоб жить донимается. А потом все снова здорово. Что? Не так? Туха! Кормили, нет? Туха, отведи ты этого бывшего сержанта на кухню, пусть накормят. А чего? Чего надо? Эй, Горь, пошла. Я, говорит, тебе помоложе банщика найду. Помоложе. Приказано накормить. Здесь людям не хватает. Приказ командира отряда. Правильно. И 100 грамм ему для аппетита. Привет. Привет. Давай, бабка, не задерживай. Держи. Виктор, дай ему ложку. Ага, сейчас. Да проходи, проходи. Не я тебя в лесу встретил. Давай. Шкура. Проходи. Что? Проходи, не задерживай. Произошло. Бить морды арестованным много храбрости не надо. Явишься к Локоткову, обо всем доложишь. Значит, едет Гитлер по Берлину на машине. Ну, а его никто не приветствует. Он обижается, настроение у него плохое. Вдруг видит, посреди площади солдат стоит, вот так вот руку приветствует его. Он, значит, обрадовался, подъезжает, кто такой, откуда. Тот, говорит, солдат с Восточного фронта. Он говорит, ну, говорит, тебе орден за то, что ты показываешь такое к нам, значит, отношение. Он говорит, да нет, я, говорит, показываю не отношение. Это я, говорит, показываю, чтобы в России по сю пору в дерьме-то. Да-да. Да. Ну и подвело вас, ребят, прям голодающий по Волжье. Глядя на вас, человек запить может. А вот еще есть анекдот. Когда Гитлер приехал в дом для сумасшедших, ну, где психи сидят? Да? Ага. Вой, Иван Егорыч. Встань у двери, никого не пускай. Есть. Вот, друг, товарищ.
Будет теперь есть да спать. Как на курорте. Картошечка еще будет. Мороженое, правда. Надо мне, ребята, чтобы были хоть чуток на немца похожи. Немец нынче идет розовый, налитой. Ничего. Денька 3-4 поедите, отоспитесь. Курю вот. Может, и оклемаетесь. Ну, наваливайся, ребят. А вы, Иван Егорыч, не положено. Да, есть быть только сами и только здесь. Из этих вот сардин Сенька Панков погиб с второй роты. Это я не к тому говорю, что вы. Ну, в общем, разумели. Давай поженимся. Пойдем к Локоткову, скажем, чтобы расписал. Пойдем. Только я ведь бабник. Бабник. А целоваться не умеешь. Ну да. Хочешь научу? Хочу. Витька! Соломин! Вить, ты тут-то? Витька! Да тут-то, тут-то. Тебе Локотков требует. Скажи, приду сейчас. Сказал, чтобы срочно. Да иди ты! Ну чё? Чего надо? Ничего, дряхни. Ты, вставай. Вставай. Пошли. Куда надо? Куда идти-то? Новый год встречать. Шинель брать? Возьми. Испугался? А чё ты такой пужливый? Шутишь? Соломин! А? Ага. Куда это вы?
На проверку младшего сержанта Лазарева. А кто послал? Иван Егорович. Тебя послал? Ага. И Ерофеевича. Наступайте. Поосторожней с ним там. Чего? Ну, понятно. А родом ты откуда? Что? Откуда, говорю, родом? Свердловский, коренной. Что ж, выходит, ты с нашей переводчицей земляки будете, да? А работал кем? Таксист, людей возил. А. Ну вот. Значит, выходишь, голосуешь. Знаю. Давай тогда. Ты учти, если что, я стреляю сразу, так что ты не вздумай. Все это. Ей-богу, зря. Ничего. Пусть на деле докажет. Bitte! Warten Sie, Herr Offizier! Дядя Ерофей. Пусть он сам с ним управится. Зря все это. Ей-богу, зря.
Чего ж не стреляли? Немец к вам ближе был. Помоги-ка! Ногу возьми там. А ты опять испугался? А ты храбрый. Храбрый, не храбрый. Черт. А в плен к фрицам не попадал. Но война не завтра кончится. Она и началась не вчера. Тихо. Готово. Сработает, как в аптеке. Все, давай. Быстрее. Ерофеич, обыщи сусликов! Давай, Лазарев. Куда тебя? В спину. Все сначала. Инспекцион, шау, постен, контроль. Инспекцион, шау, постен, контроль. Коротко его. У нас в Эстонии все немцы так говорят. Да при чем тут Эстония? Ты слушай ее. Тебя ж не учили, меня не учили. Она лучше знает. Ее вон в университете учили. Контроль. Вась, ты только там ни слова не говори. Твое дело паровоз, ты там рот не раздевай. Ой. Ну что это за офицер? Ну какой это немец? Говорит он вполне сносно. Да при чем тут говорит? Ты глянь, у него глаза коровьи. На-ка, погончик пришли. Я хорошо покушал. Хочу спать. Когда я увижу фашиста, у меня не будут коровьи глаза. Иван Егорович, так кто еще с нами пойдет? Ну, какое твое дело? Ну, я пойду! Че ты лезешь поперед Васьки пекла? Инспекцион шау, постен контроль. Почему ты тянешь его? Коротко. Постен контроль. Еще раз. Инспекцион шау. Ничего, ребят, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты документ собрал? Собрал, собрал. Лазарев, тебя как звать-то? Александром. Ты это... Извини. Нехорошо я. Да ерунда. Что? Стойте. Хальт! Виктор. Виктор. Машину. Марки Хорхмы добыли. Исправную.
Мы ее в лесу снегом забросали. А Лазарев как? Обстоятельно себя вел, не подкачал. Ладно, Ерофеич, иди, отогревайся. Вы знали, что накануне Соломин избил Лазарева на кухне? Чего? А, нет, не знал. Как погиб Соломин? Мы-то думали, что Фриц мертвый. А он очнулся. Очнулся и стрельнул. И помер. А где в это время были вы? А я этих пленных обыскивал. Я спиной стоял. Я не видел, как он очнулся. А то бы я его пристукнул, конечно. А где в это время был Лазарев? А Лазарев в машине. Он документы искал. Значит, вы не видели, что стрелял именно немец? Ну, а кто же еще? Давай отвечайте на вопрос, видели или нет? Ну, так прямо не видел, конечно. Значит, может, Соломина стрелял кто-нибудь другой? Ну, а кто же еще, кроме немца, товарищ майор? Давай отвечайте на вопрос. Вы видели, что стрелял именно немец? Ну, не видел, но он же... Так как же вы можете утверждать то, чего вы не видели? Чего? Да как вы можете утверждать то, чего вы не видели? Пойду я. А я вас не отпускал. Если вы не видели, что стрелял именно немец, значит, можно допустить, что стрелял кто-то другой. Теоретически можно допустить. Но отвечать. Да можно, конечно. Можно. Теоретически, товарищ майор, теоретически. Значит, можно допустить, что стрелял Лазарев. Не знаю. Не знаю. Это Иван Егорович. Не надо так, товарищ майор. Не по-человечески это. Скотство это. Ты! А ну встаньте, когда с вами разговаривает старший по званию! Всем твоим проверкам грош цена. Для простачков это. А я не верю. И на таких, как ты, слюнтяев, рассчитывают всякого рода шкурники и враги. Ты насчет этого, майор, только очень-то не переживай. Любит, не любит, верит, не верит, это он пускай. Девчата гадают на цветках, да еще после войны. А покуда я командир отряда, я здесь буду все решать. Согласно моей партийной совести. Уж извини. Добрым хочешь быть. Это когда идет битва на смерть. А я не позволю. Да, на принцип пошел майор-то. Строгой. Говорит, конечно, он геройский, ничего не скажешь. А только что ж получается-то, Иван Егорыч? Сам-то его в лесу подобрал, уж не знаю, полуживого, полукакого. Сам-то его к себе приблизил. А он вон что? А летом на мосту? Вон как он тогда повернул. Ого-го! Как хошь, понимай. А тут еще этот Лазарев. Хлопец, конечно, он не бросовый, но уступи ты его майору. Он успокоится. Ну как это такое, уступи? Мы что, в шашки играем? Во-во! Господи, запачкают, он тебя век не отмоешься. А ну-ка встань. Вот ты встань, когда разговариваешь со старшим по званию. Чего? Встань, встань. Вот. Иди-ка ты отсюда, Ерофеич. Надоел ты мне. Зря ты это.
Ей-богу, зря. Случилось? Почему не взорвали? Там же люди, Игорь Леонидович, там тысячи людей. Пленных? Русских пленных. Ты мне, дурочку, не валяй. Это же военный эшелон. Эшелоны еще будут. Думаешь, от твоего слюнтяйства фронту легче? Смертей меньше? Это же наши люди. К нам в лес отбегут пленные. Ты ведь знаешь, как они воюют. Мой сын был сбит под Смоленском. Самолет горел. Он мог выпрыгнуть и сейчас находился бы среди этих. Но он выбрал другой путь. Он врезался в колонну танков. Ты это понимаешь? Ну, может, у них не было таких возможностей. Ну, знаешь! А у меня был приказ взорвать мост! Давай, Соломин! А земля совсем не там. Это утром случилось. Часов 10. Это мне проверку устраивали. Если б не война, мы б с ним не встретились.
Да. Война все перемешала. До войны легко жилось, хорошо. Никаких забот. Я вам не надоел? Таксист я. Работа не пыльная. Крути баранку, собирай чаевые. Дома обшивали, обстирывали. Ну, выпивал после получки, по праздникам. Все как положено. Бац, война. Понимаете? Не знаю. Мне политика ни к чему. Я про фашистов только и знал, что песенку эту. Фашистов не боимся, возьмем на штыки. Про себя думал я сильно, а вышло. Наоборот, в лагере только и понял. За такую Познавал. Работу руки оторвали. Эй, ку! Табачком не богат? Найдем. Так вас нету. Хлепайте, я не... Захлепай. Шестой раз. Ну и попотели мы сегодня с Иваном Егорычем. Майор-то на тебя. Прямо зверем. Заладил? Заладил, что ты стрел соломил, и все тут. Ну, я ему говорю, да что вы, товарищ майор, что вы, как можно? Парень, можно сказать, себя героически вел, а вы его под монастырь подвести хотите. Ну, тут Иван Егорыч тоже вступился. Слушай, говорит майор, слушай, что вам старый подрывник толкует. А ты лентяй. В общем, выручили мы тебя, будь спокоен. Дай еще табачку, а? Где разжился-то? Соломина табак. А. Уже боевые друзья, так что ли? Да курим. Курим, товарищ майор, табачок жгем. Арестовать его. Чего? Арестовать его. Я приказываю, оглохли, что ли? Видите его? Ты это... Извини, кум. Гляди-ка, все бабки побиты, все начисто. Вон. Снег твердый, как ножом сечет. Ну что, я на них валенки надену, что ли? Да, валенки. Вон, гляди, что делается. А мне надо, чтобы они после заплену как воробушки летали. Смотри, чтоб эти воробушки нас на кладбище не сволокли, Иван Егорыч. Разговорчики. Здорово, Иван Егорыч. Здорово. Слышь, какой случай, говорят? Значит, собрал раз Гитлер этих. Локотков здесь? Литв там, кто был? Погодь, здесь я. Значит, ну, Геринг был, Гиммлер был, Муссолини итальянский был. Собрались они, значит, Россию делить. Выпили, закусили. Иван Егорыч, там Лазарев повесился. Петли удавился. Я пройдем. Как он? Ремешок немецкий, дрянь. Грызат с кожи. А то бы все. Ребятки, надо бы это... Ребятки, похлебать бы ему чего горячего. Коль. Кто ж мне даст, Иван Егорыч? Ну-ка, сбегай. К разведчикам. У них там как раз разогрет. Скажи, Иван Егорыч приказал. Вот я и говорю, Иван Егорыч. Слышу, ходит из угла в угол. А потом вдруг затих. Гляну, а он... Слушай. Ну что встали, что встали? Сколько можно говорить? Не курите, ребят. Ну-ка, подсоби. Погодь.
Подсаби. Взяли? Так, дай-ка. Пошли все. Горячие. Ага. Ну-ка, на. На, похлебай. Держи. Ну-ка, держи. На-ка вот. Похлебай горячий-то. Черт, ты разинули, ну-ка быстро отсюда, ну-ка быстро. Давай, давай. Что рассчитывал? Подлый враг. Железным сапогом, решивший растоптать нашу с тобой советскую родину. На что он рассчитывал? Скажи мне. Или вот скажи, какая на тебе форма и какая на мне? Все-таки. А на мне, Лазарев, на сегодняшний день есть форма старшего лейтенанта Красной Армии. А ты пока что на сегодняшний буднишний военный день есть предатель Родины. А покуда это так, я с тобой закуривать не буду. И не хочу. Вот такая Саша Лазарев. Картина. Получается в цветах и красках. Вот такая картина. Ладно. Ты отдыхай пока. Завтра у тебя трудный день будет. Завтра, Лазарев, в Карнауху поедешь. Из Карнаухова эшелон с продовольствием. Это отправляется в Фатерлянд. Надо, чтобы этот шалон пошел в другую сторону. Четвером поедете. И погибнуть Лазарев нельзя. И без вести пропасть тоже нельзя. Тебе эшелон пригнать надо. И чтобы еще люди подтвердить это могли. Понимаешь? Thank you.
Danke. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Durchlassen. Bei den geringen Zuteilungen. Пошел к водокачке. Туда идите. Меня не ждите. На ходу прыгну. Не ждите меня! На вышке! Гутенко, ты? Лазарев! Он самый! Нагулялся! Где был-то? В Пскове! Наши псковские девчата долго не ломаются! Надо мною Божья церковь, купола шатаются! Залезай, покурим! И не жми меня к березикам ту новую земли! И не дома, и не мысли, вот пожим стады! Подмен не дают, с ночи стою. И полушубков тоже не дают, взводный зажимает. Да, при тебе он у меня 20 марок брал. При мне. Не отдает, отказывается. О. Подтвердишь? Подтвержу. С Новым годом, ваше благородие! Ваше благородие! Фрау Ефрейтор! Что такое?
Давай сирену! Сирену! Ой! Ух, сука! Oh, my God.
Егорыч! Слушай вас! Локотков! Ну что смотришь, не признаешь? Большаков я! Генка Большаков, лейтенант! Чего-то не признаю, товарищ полковник! Ну как же, ты на 42-м под Калаховкой из окружения выводил! В июле! Не знаю, многих водил, всех ты дню помнишь! Здрасте, товарищ полковник! Иван Егорыч, золото ты мое, я тебя всю войну вспоминал. Погоди-ка. А ты что это в капитанах-то ходишь? Локотков-то в капитанах? Зато наш пушки по Берлину бьют. Ха-ха. Вот. Нет, факт, я очень даже устраиваю. Но за тебя. За победу. За победу. Вот что. Я про тебя маршал напишу. Как ты нас выводил и сколько народу спас. Товарищ полковник, ну честное слово, опасно. Да всего. Обязательно. Ой, товарищ полковник. Маршалу напишу. Товарищ полковник. Эй, держи. Замучился. Дай-ка я. Сейчас. Давай. А ну-ка, ребятки, хлопчики. А ну-ка, давай подождем, а? Давай, кто может, сейчас собрались быстро. Давай-ка, ребятки, а? Давай быстренько. Давай, давай, давай. Лукас! Давай, 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 еще, давай, еще. А, сама пойдет! Давай, родная! Давай! Хе-хе-хе!